Быть лидером значит быть целеустремленным и брать на себя ответственность. 17 конкурсантам областного этапа 3-го республиканского смотра конкурса «Лидер года 2014» эти качества знакомы. Они не привыкли отступать от своих целей, как, впрочем, и кому-то уступать на пути к успеху. Чтобы оказаться на областном этапе конкурса, им пришлось побороться внутри своего района. Но конечная их цель – выступить в столице Беларуси на республиканском конкурсе «Лидер года 2014». Сегодня в вот этом центре, международном волонтерском центре юных спасателей пожарных, проводится ежегодный конкурс «Лидер». Сегодня подводятся этапы областного мероприятия, на котором различные общественные организации презентуют свою деятельность. И именно эта деятельность через призму их лидеров. То есть те люди, которые наиболее активно занимаются в той или иной организации, пропагандируют те, наверное, принципы, которыми эта организация занимается. Это в основном лидеры молодежного самоуправления, школьного, секретари первичных ячеек Белорусского республиканского союза молодежи, члены Белорусской республиканской пионерской организации, клубы ЮНЕСКО сегодня представлены, организация молодежная спасателей пожарных. Ребята состязаются сегодня в нескольких конкурсах, часть из них была заочным конкурсом, то есть они социальный ролик готовили, готовили проект, презентацию. Каждому участнику конкурса присущи лидерские качества. Об этом свидетельствовала их уверенность, харизматичность и решительность. На областном этапе участники представляли себя по-разному. Илья Говорков читал рэп. Воспитываясь в семье, где с детства молодому человеку прививали более консервативную музыку, он все же выбрал то, что нравится именно ему. Настойчивость ведь тоже качество лидера. Меня притянуло просто, я не знаю, красота этой музыки, ритмичность, современность – это то, что нужно. И, конечно, посыл в текстах должен быть, посыл в любом случае. Твоя жизненная кредо? Вижу, вы утомились ждать от нетерпения, мороз по коже. Не волнуйтесь, сообщаю, друзья, я представляю отдел молодежи. Лидерами не рождаются и не делаются кем-либо, они делают себя сами. Эти слова принадлежат Стивену Кови, известному американскому преподавателю и консультанту по организационному управлению. С ним трудно не согласиться, ведь любая победа – это прежде всего личная победа. Победа над своей ленью и неуверенностью.